так вот выглядит. Это Даси называется, один из самых дорогих на местном, как это, на местной области Йончиков. И тут рядом Шэньчжэньский университет тоже, и вот так вот выглядит это. Но это не мешает тут ездить всяким личностям, типа меня. Район Дасин. Тут вот эта вот башня, телевышка, это на самом деле, наверное, радиопередача. Но я ее давно еще увидел, когда первый раз видишь эту вышку, то запоминаешь. Так. Я вот не знаю, тут можно ли вот тут проехать. Давай попробуем. Я никогда не ездил с этой стороны под мостом. Обычно слева ездил всегда. Так. Сейчас мы узнаем. А, можно, значит, я так ездил уже пару раз. Просто забыл. Каждый раз как новый раз называется. Если вы ничего не помните, каждый раз как первый, да? Ездил я тут, ездил много раз. Просто я забыл. Всегда вот этот вот развилка между левым и правым, она вызывает ощущение, что ты можешь выехать на проезжую часть или якобы там где-то по развязкам спуститься, подняться. Ну да. Конечно, по-хорошему надо налево сейчас завернуть, потому что если я сумею пересечь дорожку тут, то мне не нужно будет потом мучиться. Надо попробовать. Нет, тут никак стойку не поедешь. Так вот выглядит это Аякака. Ну вот так вот. То есть такое экзотическое очень место. Вроде стройка, а вроде центр. Правда, тут всегда стройка. Такие вот тут деревья, растения около пожарной бригады. Напротив леса речка, которая впадает в залив, которая впадает в море, которая впадает в океан. Так, а тут нам не поехать. Так вот тут видит это. Мы тут поедем. Ну вот он и гольф-клуб, куда я должен принести гаечный ключ. Так, ищем. Где же этот? О, там чуть дальше.
где-то тут сотрудники гольф-клуба. И одному из них я и должен подать гаечный ключ. Ну, видимо, это тоже сотрудница. Айс. Тоже сотрудница гольф-клуба. Сейчас будем проверять, где же у нас гольф-клуб. Какая панорамка, река грязная, дождь поднял весь сил со дна. Очень много мотоциклистов, поэтому наехать очень рано. Разносчики еды нет, если будешь неаккуратен. Так, мы сейчас до Хархая съедем, до Бенгая, вернее, до Дала. А дальше, недалеко от станции Хохайс, можно завернуть в нужную сторону. Да, конечно, по такой грязи непонятно ехать. Там вон сопки Манчжурии виднеются, гонконгские. Так, надо бы тут слезать. Неудобно по этой стороне. А до той еще ехать далеко. Дальше поехать немножко. Лучше тут, наверное, перейти.
спайсы. I've been teaching in this building, I think. I've been teaching a bit.
in that place. It's between Hoa and between Pinhai Avenue. Remember these buildings? There's a great panorama view from those balconies to the seaside. From the south. Old train station. After this, Kimbin. Okay. Ah, come on, Ананасы. Если они, не знаю, может быть, может и нет. Может по спальне. Так, это у нас Хаухай, значит нам дальше надо поехать. Не тот зовут. Так, как нам эту развязку поехать-то? Внизу, наверное, да? Я думаю, да, там внизу есть поезд. Автобус, и я могу поехать. Вот это Тэнсюн. Тэнсэн билдинг. Вот скоро нас завалит.